хочу небольшую экскурсию провести по своему садовому участку. Он у меня 4 сотки. И рассказать, что и как здесь у меня. Недавно вот построила, ну, я не сама построила, мне построили садовый домик, но внутри я все сама делала. Я обшивала фаджбрусом, ливрогонкой все внутри. Вот здесь вот у меня инструменты есть для ремонта, молоток, пила, шуруповерт, шурупчики здесь, линейка, инструкция, все, что нужно для ремонта, имеется. Участочек у меня небольшой, 4 сотки. Выращиваю овощные культуры, яблони есть, груши. Как любая женщина, люблю цветы. Цветы у меня есть розы, гладиолы, астры. Очень люблю хризантемы. Привела сама водопровод, потому что сейчас в магазине все для этого есть. Можно самой женщине без труда все это собрать, сделать. Здесь вот у меня асточки очень красивые. Люблю их тоже. Ой, очень хочу выиграть вот такую вот мельничку для своего участка.